Так, переключаемся. Сейчас мы находимся в доме моей подружки. Сейчас я вас с ней познакомлю. А Анечка сегодня приготовила супчик. Анечка, чем суп? С курицей и грибами. Курица и грибы. Все, пробуем. А вот это беленькое, это что? Это вот это что? Это галушки. Ой, еще и с галушками. Боже, поперчила, посолила Марина в летнем времени, да? Все, можно есть. Потом сейчас попозже познакомлю. Раз, два, три. Женщина из солнечной Италии на... проводе. Это Анечка. Анечка моя подружка. Привет. Анечка, ты какая-то молодая. Анечка не молодая. Да, конечно, я пониже, чем ты. Ну да. Анечка моя подружка. Мы учились вместе в Мелитопольском училище культуры. Мы туда поступили в 1990 году, наверное. 91, да? 90-е? Не, в 90-м. И мы не виделись 25 лет. 25 лет, капец, вообще просто. Она сама из Запорожья. Где мы были? Да. Юность у нас прошла бурная. Учились Слушай. Очень хорошо, да, мы были такие, нас... нет, да, нас помнило все, училище, по-любому, но преподаватель это точно, Себастьянский до сих пор, он говорит маме, ну когда Марина, что она не зайдет, этот учитель по народным танцам. Полгорода скучает до сих пор. Ну, полгорода уже они там поменялось, это как его, молодежь поменялась, естественно. Так, мы такие уставшие, не пугайтесь нашего вида, у меня у самой даже аж голос посажен, я вот так вот, я целыми днями, Запорожье, Мелитополь, у меня уже сил нету. Я уже прям, знаешь, сажусь только в маршрутку, он еще не отъехал, я уже сплю. Там, знаешь, оно шукачивает. Я вчера приехала... Я за столом заснула. Да. Я вчера приехала на поезде вместе с Самвелом, Самвел поехал на Днепропетровск, я вышла в Запорожье, Анечка меня с мужем встречали. Юрчик, если будешь смотреть, тебе огромный привет, спасибо за прием, вообще муж в картуке. Знаешь, я так хотела заснять, но уже просто было состояние нестояния. Сейчас покажем вам наши фотографии. Давай так уберем, чтобы было видно. Давай с этого начнем, да? Давай, можно же прочитать, да? Это город Мелитополь. Подожди, там видно. Раз, получается, 91-й. Не 90-й, а 91-й. Да, 91-й получается. Потому что это первый день города был. Это первый, да, город Мелитополь написано. Ну, молодец, что ты еще подписала. Да, мы были 12-я группа, у нас было 12 девочек. Это день города. По площадь, я вчера ее снимала. Я не помню. Около ЗАГСа. Вот я вчера показывала видео. Да, да. Вы поняли, через нее вчера шли. Как она называется? Свердловск. В общем, не помню, кто-то напишет. И вот это вот Аня, вот она. Веночки, а смотри, как тебя видно. Веночки, такая молодая. А что-то ты губки приоткрыла. Я зубки выставила. Пафос, пафос. Да, это вся наша группа. И еще у нас есть одна фотография у Ани осталась. Это вот это. Вот еще фотография, это 92-й. Значит, это второй курс. Вот моя подпись, я написала Маринка, это Вика, и это ты. Ага. Ира не подписала. Это город ПГТ. Черниговка. Это мы ездили с концертом. И сейчас сидели с детьми и смотрели. Я приехала со Славой. Слава сегодня приехала, вы тоже это увидите в видео. И у Анютки тоже есть дочка, Светочка. Ей уже сколько? 20, да? 20, да. Девочка хорошая какая. Давайте так, чтобы можно поставить. Угу. Нашла подставку. Хотела показать. Обратите внимание на наши брюки. Вот это вот Ира. Да. Это Аня. Ирочки нет уже, царство небесное. Это Аня, это Вика. И это я. А начнем с обуви, Аня. Как назывались эти брюки? Брюки, по-моему, или бермуды, или бананы, или что-то такое. Что-то в этом духе. Такие, они, короче, были вот здесь, вот здесь они были широкие. Да, да, вот тут джинсы вот. На бедрах они широкие. Мальвины назывались они, нет? Нет, мальвины нет, были другие. Нет, мальвины другие были. Вот, а здесь они заужались, это такой кошмар. Вот эти были, да, модные, вот эти вот кофточки. И отвороты, глянь, отвороты такие. Да, был отворот. И вот эти вот туфли, они были как от Майкла Джексона, вот у меня их плохо видно, они такие Джексоны прям. И вот эти вот носки, я сейчас помню, носки это были Лакоста. Ой-ой-ой. Капец, это было, ты что, эти носки, знаешь, стирались, вешались на батареи, одевались каждый день, потому что они тогда стоили, и, знаешь, были единственные Лакоста. Потом вот эта вот кофта, я помню, была модная, она такая, знаешь... С Люриксом, а сейчас она ее... у тебя была, я помню. Да, сейчас ее вспомнят многие девочки. Смотри, как камера хорошо фокусирует, у тебя свет хороший на кухне. Рубашку я тоже не... А, рубашка тоже, по-моему, была Лакоста с коротким рукавом. Сейчас, подожди. Была Лакоста с коротким рукавом, не фокусировала. Вот эта вот кофта, у нас весь Мелитополь ходил вот в этих вот кофтах. У нее тоже, видишь, воротник, да, да. Кофта вязана. Она вообще всегда, она, знаешь, такой вот у нее очень интеллигентный всегда был вид. Она такой. Сама себе шила, да. Она молодец была, Ирка, царство ей небесное, по земле и будет пухом. Это Аня, у Ани тоже красная помада была в моде. Что у тебя на голове, не помню? Обруч какой-то. Такой
объемный какой-то обруч. Да. Анька такая деловая. Да. Слушай, мы сейчас выглядим намного моложе, да, чем когда мы... Тут нам сколько? Такие. Тут нам по 16 лет. 16-17. Да. И это вот Вика тоже были модные вот эти вот начесы на голове, сзади хвостик, да? Угу. Вон, начес. Это, а еще начес не получался, надо было Марина сделать... Марина Владимировна. Слушай, начес не получался, надо было сделать... Это была химия. Угу. Это была легкая химия для того, чтобы можно было начесать вот эту вот гулю. Вот где она. Ну, красота вообще. Так, капец. Как руку подставила, да? Угу. Вот это вот все бутафория, это не наш был столик, я помню. Да. Сейчас, подожди, она сфокусирует фокус. Это вы попросили? Попросили, да, сидели сесть. Сидели хлопцы якісь сельские. И мы их попросили, этот самый хлопцы, да, это сфотографировано. Стоят стаканчики, какой-то пивасик на столе. Да, да. Ира сказала, девчонки, давайте сфоткаемся, типа нам потом фотки вышлют. Мы такие, не, надурят. Ей выслали 4, у меня тоже такая фотка есть. Угу. Выслали таких 4 фотки потом у нас было. Ну, классно, такие воспоминания вообще, прикольно. Вот вспомнили бы мы, да, вот эту ситуацию, если бы не было, да, фотки, если бы не было этой фотографии. Черно-белая. Все-таки... У лопаты тоже что-то, смотри, у Вики тоже какой-то носок белый. Угу. Что попало, это белые носки. Капец, это дискотека. Тогда, что тогда была за музыка модная? Этот самый Сиси Кейдж, Сабрина. Я сейчас уже не вспомню. Не помнишь? Нет, вообще. Патриция Касс или какой-то Патриция. Да, да, да. Вот это вот была мода. У нас тоже были дискотеки в Кульке, я помню. Выключался свет. В коридоре, да. Нет, хореографический третий зал, нет. Он самый большой. А в общаге были в коридоре дискотеки. Духовики, да, устраивали, да, прямо в коридоре дискотеку на третьем, по-моему, этаже. Без света. Этаж, да, без света. Да, капец, это, что это... там было вообще? Жан... Вот это вот, кстати, вот эта студенческая жизнь, она самая классная. Да. Самые классные года, 100%. Беззаботные. 100%. Вообще, мы ходили в поход, нашим руководителем был Виталий Александрович Киреев. Да. У него потом занималась моя слава по бальным танцам. Вот, и наш вообще такой классный, он молодой был, зеленый тогда. Он первый курс на нас первый, взял. Самый, да, первый, были мы как пробные, да, ну как не, да, пробные, а его первый курс. Он только, получается, устроился, да, и мы только, были у только него он первым курсом. Ну как студентом был. А да, он тогда приехал только с Кубы. Да, 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 да. Что-то такое, да, 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 да. А потом еще это самое, а другие уже, он был самым молодым преподавателем по хореографии. И бальником он был. И он, нет, он был народником, он учил бальный, но он, по-моему, он его народный, нет, ты вспомни, как он, та-та-та, помнишь, как он показывал, не флик-фляк было, как же называлось это движение, когда тогда мы с тобой делали, па-па-па. Не помню. Нет. По народному. У него такие были комбинации классные у станка, у него самые лучшие были, цыганочку, помнишь, тогда с флик-флягом. Не помню, та-да-да-да-да-да-да, я до сих пор помню. Назад, рука вперед, дроби у него были самые лучшие. Ну, я имею в виду самые лучшие, потому что там еще был Чмиль, царство ему небесное, да? Да. Народник, вот, потом был Себастьянский, да, у него тоже был курс народного, и вот Виталий Александрович, и он был молодым, когда он пришел, у него было много энергии, ему все, что хотелось сделать, он это... Такое вдохновение, да, у него было сумасшедшее. Да, 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 тем более ему хотелось творить вообще, тем более мы он такие... с нами как мы... с детьми был. Как, потом, но мы детьми и были. Ну еще. Да, что-то нам пошло на цель. Да. Потом он нас водил в поход. И так нам все нам завидовали другие курсы. И даже с нами, да, ходили некоторые, да, ребята. И мы пешком, Аня, куда мы шли пешком, расскажи? В Алтагирь. С Мелитополя. Да, с Мелитополя пешком шли в Алтагирь. С рюкзаками. И нам нравилось. Да. А Суслопаров у нас был такой мальчик. Он под люка так сказал, что у него нога заболела. И он ехал на машине, потому, да, что Виталий Александрович вез... Яхту. Яхту, да. И когда мы пришли, мы когда приехали, там типа покушали, там все погуляли, вот, ну это как бы за кадром мы оставим. И это самое, я помню, что он, что у нас была бутылка из-под вина. А что, у нас была пустая бутылка? Да, из-под вина. И мы там написали, мы все расписались. А откуда она взялась, не знаешь? Ну я же говорю, не одна, а пацаны принесли. Я даже знаю, кто принес, вот не буду говорить, просто, ну, как бы на ютубе не буду говорить фамилию. Даже помню, кто принес. Он был, учился на год на старше. Угу. Да, Мелитополец. Ну это не важно. Я уже даже не помню. Ну, ну ладно. Потом скажу. Но это просто не важно, что говорить на ютубе там фамилию, мало ли там, ну человек не хочет, да? И короче, я помню вот эти вот бутылки, которые пустые на утро. И я помню, мы там все расписались. Каждый написал, вот, кем он себя представляет. Мы ее закопали.
Вот я точно помню, что мы ее... Ты не помнишь этого? Я не помню. Копанули. А, еще знаешь, что он рассказывал, что на этом месте они отдыхали со своей группой когда-то. Заводите. Помнишь, Аня? И мы еще искали ихнюю бутылку. Или ты не помнишь? Не, я не помню. Да, потом на утро мы катались на яхте. Была яхта. Как домой шли, вот не помню. Домой, да, уже не помню. Уже так не хотелось уже идти. О, привет. Да, едем. Давай, что здорово, это Слава. Анечка, такая красивая кухня, вообще такая умничка, да? Какая у меня красивая курточка новая. Красивая, да? Да. Светуля, иди поздоровайся со всеми. Идешь? Давай это кружки. Светочка, это Анина доца. Свете уже 20 лет. Да, а, выглядит лет 15. Да, выглядит лет, она выглядит вообще молодец. Круто. Светуля, вчера мы сидим. Я приехала вчера, ночевала у Ани, и Светуля вчера такая... Тетя Марина, ну, не говорила тетя Марина, она говорит, как учится, как училась моя мама? Такой, на таком серьезном, знаешь, такой серьезно, типа, ну и что, и мама моя как училась? Знаешь, типа, сейчас мама, мы все узнаем. Да. Ну, что вы бегали, что вы покупали? Сок покупали? Светусь, она тебя задолбала уже, да? Нет. Нет? Воспитанная, хорошая девочка? Да. Я потом покажу, у нее есть котики, я потом покажу, как, а, какие британские, да, весловухи или как они называются? Шотландские. Шотландки. Пять котят у них вообще, такой класс. Потом я ее, потом покажу еще котиков. Владимировна. Опс, переключаемся. Это дочка Ани, Светуська, приготовила запеканку. А, Светуся, иди сюда, рассказывай, что ложила, как, держи. Так, показывай, рассказывай, давай, мастер-шеф. Это все я приготовила, да. Сюда входят яйца. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Аня, здоровое питание, понимаешь? Ты, да? Ты видела, да? Да, так, все, яйца, да. Сколько яиц? 3 яйца. Сахара 3 ложки. Осторожно. Большие? Да. Полкило творога. 3 столовые ложки. Помидоры. Тихо. Манки. Подожди, яйца сколько? 3. Потом мы сказали сахара. Сахара 3 ложки. Творога полкило. Манки 3 ложки. Больших ложки. Да, вот. Да. Все. И потом что-то все перемешала? Да, это все перемешала, но я добавляла еще корицу туда, соль немножко. По вкусу. Да, а потом запекать, ну, минут 20-30. Молодец, Аня, респект и. Уважуха. Молодец, Аня, мы это пробуем, конечно. Слышь, Свет, смотри сюда, Свет, смотри. Я это беру так, знаешь, у меня в кадр попадает. Пирамидка. Молодец. Все, давай. Накрывай на стол. Конечно, мастер-шеф, ревизоры приехали, да, Нюка? Славуся, а ты? Что ты приготовила? Я приготовила чизбургер из Макдональдса. Вот этот Макдональдс, а не Макдональдс, Макдональдс, Ань. Мама. Я сейчас скажу, с чего он сделан. Ну, там, сначала тесто замесила. Тихо, я лучше знаю. Это же Нет, подожди. По коробу помесила. Помнишь, как по коробу что-то помела? А, помнишь, сказка? Поскребла. Короче, какая-то котлетка. Какая-то? Горчичка. Потом, не знаю, что. Это вкусно, короче. Очень вкусно, да. Ага, и полезно. Она, наверное, хотя вроде... Нормально. Ну, смотрится очень классно. А клубничку заготавливаем, ну, замораживаем. То есть ты сама купила, и как ты замораживаешь? Расскажи, может. И просто. Все, просто замораживаем. Ягоды мы там, да. Допустим, смородину, малину, клубнику, там, ну, все такое. Вместо того самого. Ну, конечно. Вместо мяса, вместо всякой вот этой ерунды мы забиваем холодильник фруктами. Правильно. Фруктами, овощами. Молодец. Но ты не изменилась. Мы не виделись. Знаешь, сколько мы не виделись? Не 23 года, да? Или 25? 25 лет. И ты не изменилась вообще. Просто вот не это самое. Побольше. Вот, да. Все, слышишь, не это самое. Не изменилась ты, Ань. Не поправилась вообще, нифига. Такая, ну, какая, конечно, была. Да. Не, ну понятно, что нам не по 16 лет, как раньше. Но тем не менее, баба ягодка опять. Ага. Давайте будем пробовать. Обстрик. Слава! Обстрик, переключаемся. Сейчас сидели. Мне нравится. Я когда всем рассказываю. Такая девочка, тебе столько комплиментов. Я когда всем рассказываю, я пью как сэндвичи. Ну, я не знаю, это может у меня маразм. Вы знаете, воздух сверху, а снизу вода. Это так вкусно. Я пью очень долго. Рецепт от Святослава Богуша. Слава, тебе пишет такая девочка хорошая.
Столько комплиментов, кошмар. Короче, девчонки, мальчишки, мужчины. Мы еще не плёмкали, да? Да. Смотрите, мы сейчас вот сидели, разговорились, и я хотела сделать такое вот маленькое вступление. Вот у Ани сделаны... Прошу прощения, я просто с этими переездами так уже, я меня это уже, знаешь, меня выбивает из колеи, тем более в такое время. У Ани сделаны реснички, да, Аня, нарощенные? Да. Кто тебя наращивал? Моя Доця. Доца. Давай, Светуля, рассказывай. Светочка, ты учишься, где ты учишься? В ЗИИТИН, это Запорожский институт экономики и информационных технологий. И помимо этого ты еще да, сама поступила на курсы, да, научилась. Да, я снимаю ресниц, ну да, так вот. И ты, подожди, а ну подожди, дай я так, чтобы Аньку близко не снимать. И Анька, закрывай глаза. Нарастили они ресницы. Да. Ань, что ты можешь сказать вообще? Ну расскажи, сколько они у тебя? 2,5 недели, да? Мальчики, мужчины. Слышь, 2,5 недели, да, Аня? Это уже второй раз ты делаешь, да? И первый раз у тебя, ты говорила... Первый раз вообще мне ужасно не понравилось. Но мне не Света делала, мне, я не знаю, несколько лет назад мне делали... наращивали ресницы. Боже мой, у меня такое было впечатление, что я хочу их повырывать все сразу. Чесалось все. Туда, смотри. И, боже мой, это был психоз сплошной. Я думала, зачем я отдала эти деньги? А теперь второй раз, вот, второй когда тебе дочка сделала. Дося меня уговаривала полгода. Полгода она меня уговаривала. И, короче, я в итоге согласилась. И она мне 6 марта нарастила ресницы. И все, это вообще... Боже мой, знаешь, я не знаю проблем. Но я вчера заметила, у тебя еще и в молодости, ну, в юности были длинные ресницы. Да, да. Слушай, Светуська, рассказывай. Значит, ты работаешь на дому. Да. Показывай, что у тебя есть. У меня есть ресницы. Ну, это есть... ну, понятно, что да. Не ногти. Ну, как планшетки такие. Подожди, давай, ага. Вот. Такие реснички. Капец, а что такие они маленькие? Ну, это получается по одной штучке берется и поштучное наращивание. А, пучком называется, да. Как-то, да? Не пучком, наоборот, поштучное наращивание. Ага. То есть поштучно делается. Не то, что пучком наклеивается. На каждую ресничку. Да, то есть на каждую ресничку клеится одна искусственная. Вот. Ну, тут ресницы, как бы есть клей, все такое тут. Слушай, тебе нравится, да? Да. Смотрите, я сейчас нахожусь на страничке Светуськи. Сейчас, подожди, я одену очки, потому что, знаешь, тетя уже... Хоть и хочет быть молодой, но года берут. Ага. Так, значит, смотрим. Значит, зовут Светлана Ефимова. Ефанова. Помнишь, у нас была на курсе Ефимова? У нас Ефимова была, да? Боже, мы только ее вспоминали вчера. И вот, пожалуйста, значит, если вы... Я, конечно, оставлю ссылку на страничку у себя под видео. Это город Запорожье. Девчонки, если кому-то надо... Кто-то ищет мастера. Сколько у тебя стоит, Светочка? Стоит у меня обычное наращивание 130 гривен, объемное наращивание 150. Вот. Смотрите, и ты какую-то гарантию даешь, или через сколько их носить можно? Ну, носятся они до 3 недель, то есть после 3 недель уже нужна будет коррекция. Ну, у каждого по-разному, то есть может быть... А как люди делают? Это Слава мне поправляет. Говорит, мама, что ты постоянно снимаешь? То нос, то ноги, там у Самвела постоянно, знаешь, ниже пояса. Говорит, что ты снимаешь? Светуль, слышь, так вот, а вот 3 недели прошло, их надо снимать, давать передышку или можно сразу? Ну, вообще, как бы, желательно можно делать передышку, смотря у кого какие ресницы. Если сильно слабые ресницы, то желательно дать им отдохнуть. Если более толстые, то, в принципе, можно наращивать часто, то есть не делать перерывы. Светлана, по батюшке как? Алексеевна, не думали ли вы открыть свой канал на Ютубе? У вас так льется речь, она так классно говорит, правда? Я тебе комплимент хотела сделать, молодец. Спасибо. Так прям, знаешь, да, так... Нет таких слов-паразитов. Так, девчонки, смотрите, вот это вот страничка. И здесь есть вся информация. Тут, наверное, номер телефона где-то есть, да? В самой группе есть. Если в группе, да? Закрой, вот это? Зайди в группу. Вот это? Да. Угу. Я оставлю ссылку на группу. Сверху. Да? Угу. Девчонки, если кто-то есть в Запорожье, поддерживаем молодого специалиста, девочка рвется в бой. 150 объемное и 130 обычно. И 130 обычно. Давайте поддержим девочку, молоденькую, хорошую, добрую. Короче, такая реклама. Все. Уже у нас постоянные клиенты. Есть, да? Постоянные клиенты. Ну, знаешь, мало ли, может, кто-то в Запорожье смотрит. Это правый берег у вас, да? Да. Вот, если кто-то есть с правого берега, нарастить что-то, пожалуйста, ссылочку оставляю, заходим, смотрим и поддержим юного натуралиста. Да. Доца, молодец, вообще красавица. Не, молодец, и учится, и слушай, работает. Слушай, а ты можешь рассказать, вот как она, откуда она взяла деньги? Сама вот. Заработала летом, учится в институте, понятно, работала только летом. И на заработанные деньги решила научиться
Ну, работают у девочки мозги. Молодец. Светуля, ложи яблочко, рассказывай, где ты заработала эти деньги? Какой-то, где ты, где был, да это наоборот такая вообще черта, Клава, ты сама, ну, понимаешь, ты ж не пошла к маме и к папе плакаться. Вот первые твои деньги, которые ты заработала, вот как бы ты там сделала, ну там твое увлечение, хобби, да, где ты работала? Ну, получается, было все так, что бабушка мне всегда говорила, что, то есть, она не верила в меня, что я найду себе работу, то есть, вот так вот было. Ну, сейчас молодежь такая, что сейчас никто не верит, да, уже молодежь. Вот, и у меня был такой стимул, чтобы вот действительно найти какую-нибудь работу. Доказать. Доказать, что я смогу это сделать. Вот, и получается так, что я искала работу, и вообще нет работы, сейчас никого не берут. Вот, я нашла работу, да, на мойке машин. Молодец, умничка, вот. Я когда вчера узнала, прям вообще тебе респект и уважуха. Да, я вот тоже хочу машины одеть такие. Но это не так просто, как это не так просто, как на первый взгляд кажется. Ну конечно. Вот. Я пошла, ну как бы типа на, как на собеседование. Вот. Ну вообще как бы администраторша она меня не хотела брать. То есть. Потому она, что возраст. Да, нет, даже не возраст, девочка. А рост. Рост маленькая. То есть, ну как не то что хиленькая, скажем, ну такая миниатюрная. Ну да, я понял. Надо более крепкие кадры. Вот. Да. Мамашка. Вот. И как-то, я не знаю, что ли убедила, или вот как-то вот я ей, может, показала то, что вот я именно хочу. Молодец, что надала ей шанс. Что да, я вот хочу именно эту работу, потому что, ну, реально хотелось работу. Вот. Но она меня приняла, после там была. Ну, она мне сказала, что стажировка, как бы, ну, испытательный срок 7 дней. Но на третий день она мне уже взяла, говорит, все. Типа, а что вы мыли? Внутри машины? И... Ну да, снаружи, внутри, то есть все там было. Но летом это когда, знаешь, вода холодная, ты плескаешься. Ну да, это еще. Ну там, ну хорошо было, в принципе. Но, и, но ты все, и ты все откладывала. Сколько ты часов в день пахала? А, получается, с 8 до 9 часов вечера. Это 20 лет ей, да? Да. Ну, 20 лет. Ну это в том году, подожди, это лето. Еще было 19. Ей, было 19. Ну, ну да, осенью да, тебе 20. Да, 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 точно, да. Молодец, вообще тяжело было, да? Ну да. Ну, вообще заработная плата была не сильно, скажем. Высокая. Да, ну. Но ты откладывала сюда копейки вообще, да. Вообще молодец. Ну, и бывало, конечно, что тратила, да, но старалась отложить, ну, все. Но у меня получилось так, что я вот отлаживала, и я смогла поехать и на море, то есть за свой счет, скажем. Да. Ну и отложила на материал. Молодец. Первый клиент как появился? Кто был первым клиентом? Ой, я даже и не вспомню, кто был первым. Не мама. Нет. Нет. У тебя моделью была сестра. Да. Да. Так, ну, как первый клиент у нее был сестра. То есть двоюродная сестра, да, на которой она училась. Сразу получилось? Нет, сначала вообще, когда меня девочка учила, то есть вообще я, вот она меня учила, в процессе этого я уже подумала, что это вообще не мое. То есть я думаю, ужас. Ну, тяжело тоже. Да, тяжело. Страшно, очень. Да. Да, руки трусятся, там же надо все так, чтобы было спокойненько. Вот, но в принципе потом, как бы уже почти под конец, я уже поняла, что мне это нравится и стала как бы... Умничка. Да. Слышь, Свет, вопрос на завалку. Мечта в жизни. Вот 20 лет исполнилось. Мечта какая? Может, лет на 15. Мечта или больше цель? Мечта. Мечта, даже так и не знаю. Вот, вот мечтаешь, что ты думаешь, что вот, возможно, этого не будет, но мне бы хотелось бы. Вот хотелось бы, наверное, найти работу в Европе. Вот так. Ну, это может и как-то и цель, и мечта. Мечта. Вот выучить даже язык, поехать туда, вот реально. Ну, мама уже тебя знает, итальянский немножко, немножко, знаешь как. Да, папа у нас тоже в Европе живет. Да. А я говорю, Ань, мы столько вот учились, мы даже никогда с тобой не поднимали вопрос, что вот когда-то встретимся вместе с детьми, да? Да, это вообще. Вообще капец. Кто вообще думал о детях? Скажи мне, пожалуйста. Да, вообще, в наше вообще время никто не думал, но их что-то, у меня их очень много. Я тебя копирую. Так, все, девчонки, иди сюда. Боже, какая хорошая кухня. И так снимаешь. И так, и столько света. Да. Боже. Ну, какая ты маленькая. Вот сейчас я сейчас без каблуков. Девчонки, огромное вам спасибо. Всего самого хорошего. Самого доброго. Миру мир, это однозначно. Однозначно миру мир. Всего самого хорошего. Приезжайте в Запорожье, звоните по телефону к Светлане на наращивание ресниц. На правах рекламы. Да. Может, к тому времени ты еще что-нибудь будешь наращивать. Усы, например. Да. Девочки, кто хочет усики... В носу да? Тоже, да. Да, можно все вот обращаться. Все, мы на этом заканчиваем, мы уединяемся, у нас будет интимная обстановка. Четвером. Ой, слава, нашла свои 5 тысяч. Все, всем пока-пока.